Представители Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области совместно с сотрудниками администрации городского округа Люберцы провели рейд в микрорайоне «Самолет». Они провели работу общественного транспорта в утренний час пик, а также выслушали обращения жителей. Подробности далее. В 7 утра на остановке на улице Барыкина уже многолюдно. Основная масса людей в ожидании маршруток, которые направляются в сторону станции метро «Некрасовка». По словам пассажиров, стоять приходится в среднем по 15-20 минут. Автобусы ходят неравномерно. Могут один за одним в сторону школы, и люди стоят, ждут. Причина неравномерного движения общественного транспорта и длительного ожидания – ситуация на дорогах в утренние часы пик. На одном только маршруте 12.30 задействовано 32 единицы автобусов малого и среднего классов. На сегодняшнее утро уже у меня третий выезд уже. Через меня по терминалу, если посмотреть в общем, ну где-то человек 300. Один я только перевожу. Представители транспортной компании ежедневно проводят мониторинг пассажиропотока, чтобы при необходимости запускать на эту линию дополнительные автобусы. Очередной рейд они провели совместно с сотрудниками Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области и администрации городского округа Люберцы. Общаемся с пассажирами, сколько они времени проводят на остановочных пунктах. Вот. И уменьшаем, соответственно, интервал движения подвижного состава на данной линии. Интервальное движение нашего маршрута 8 минут. Обращения, поступившие от жителей во время утренней проверки, уже взяли в работу. По итогам рейда принято решение увеличить подвижной состав на этом участке на 3 единицы. Луиза Егиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.